Всем привет, с вами Джага, мы играем в игру Амнезия, ее кастом стори, которая называется The Machine, машина чего-то там. Какой-то там наш герой, напоминаю, ищет свою жену в поместье лорда Харриса, который чокнутый инженер и задумал создать машину, которая как человек. Как-то так вот, да. Вот. Ну и мы где-то в подвалах, где у него должна быть, наверное, есть лаборатория. О, здрасте. Здрасте, мордасте. Рычажки. Подождите, подождите, мы не будем их сразу так вот трогать. Вот что нам надо было взять. Масло. Большая порция, между прочим. Я так подумал, да, масло это, конечно, классно, но... Эти не часто... Что у нас вообще тут с инвентарем? Ну, да, есть чуть-чуть маслица. Еще есть парочку бутылей, но нам еще пригодится, пожалуй. Так, будем в полутьме. Ну, что в полутьме? Вот, вот, все видно красиво. Так, один. Ничего вроде нет. Два. Эп! Мы аристократично не виноваты. Оно само отпало. Вообще-то не... Аристократье дело, всякую тут фигню крутить и нажимать. Ну, никого из черни нет, поэтому придется самим. Давайте прочитаем вначале. Так, security gate. Про какие-то врата закрывающие. Врата. Подождите, подождите. Наверняка это вот... Да, вот эта решетка есть, врата. Ага. В общем, что-то надо нажать, чтобы ее открыть. Так вот, ну, вкратце. Передаю смысл общий. Видите, он нажался и зафиксировался. Значит, так и должно быть. Ура! Ну, судя по звукам, что-то открылось. И, наверное, это как раз та самая дверь. Охранная дверь. Или что там? Решетка, может, пока что. Единичка до сих пор не крутится как надо. Давайте быстренько осмотрим, нет ли тут какой-нибудь... полезности, не знаю, там бутылочки, горшочка с маслом, пирожков для бабушки красной шапочки нету. Кстати, да, вот как интересно. О, тут еще есть дверь. To the Zeppelin. К цепелину. Я, конечно, немножко не совсем понимаю, почему к цепелину, почему не написать дирижаблю. Цепелин, это же фамилия создателя. Ладно, хорошо. К цепелину. Что, там будет целый дирижабль? Да, прикольно будет. Это вот это мне не нравится. Вот эти вот... Наверное, можно отбить, или потом какой-нибудь монстр выбежит отсюда. Такое может быть. Так, какая-то опять мастерская. Ну, начались эти ваши фокусы-покусы. Вот он, вот он, вот он. Маслица, все такое. Может, тут и выключим? Тут мы пока выключим. Тут типа освещение есть. Ну, трубы дымят. Это мне что-то напоминает. Это мне напоминает ту часть амнезии игры, в смысле. Там, где надо было такими трубами, ну, соединять. Дугообразными вот такие вот дырки. Вот что-то такое должно быть, наверное. Рычажок. О! Бедыщ. Ну, слышу разряды, значит, так и должно быть. Так, тут что? А бог его знает. Ну, давайте, наверное, все вот так вот вниз опустим. Наверное, так и должно быть. Если нет, мы еще разберемся. Так, и опять же, трубы. Наверное, надо искать что-то, чтобы их включить. И... А! Ну точно, значит, еще одну такую надо. Дугообразную трубу. Что еще у нас тут такое тут интересное? Вот еще тут как бы не хватает шестеренки, но крепления под нее нету, и не даже ни на одном, ну, не знаю. В общем, то ли это отпало, то ли она подняться должна, неведомо.
Вот тут бы, наверное, если я был разработчиком, я просто так не делал этой штуки. А просто, наверное, надо будет какую-нибудь баночку набрать этой нефти или что там. Нефть. О, нефть. Кстати, о нефти. Большая порция. В фонаре не осталось масла. Ну, конечно. Это что? Большая. Давайте масло. Малую порцию. Чё вы, большая сразу. Так, это мы куда-то еще ниже спускаемся. Вот, кровище. Куда-то сюда надо идти. Но... Единичка. И там был вентиль с единичкой. Вот оно что. Что оно вот? Так, это что? Паровые булкхедс. Я не знаю, что такое булкхедс. Без понятия. Запоры. Запоры, в смысле, дверей. В общем, you open it by turning the valve, which have built inside the control room. Значит, valve — это что, ну, как его? Вентиль надо тот первый покрутить, очевидно. Of course, you will need to turn the steam engine. Сначала ты должен включить паровую машину. Just direct the steam source, engine number one, turn electricity capacitor. Это мы включали. И вот, lever combination. Комбинация рычагов. Up, down, up. Вверх, вниз, вверх. Там их как раз три. Вот это они, наверное. Вверх, вниз, вверх. Окей. Все, мы учили это все. Мы... Метла, еще метла. Это какой-то просто... Ладно, какой-то Гарри Поттер. Открывайся. А, открылась. Что мы тут должны найти? Типа светящиеся грибы, они не очень светящиеся. Что-то тут взять можно. А, это камень можно взять. Да. Может, он нам пригодится. Шестереночка маленькая. Ее можно взять. Какие красивые. Отрезвинуй. Что это? Рычажок? Что это такое? Лопата. В Хогвартсе могли бы и на лопатах летать, это даже круче. Так, ну конечно. А слона-то я и не приметил. Ну окей, пошли. Вот по идее мы должны включить и открыть эти врата с помощью всего, чего я тут наговорил. Во как. Цыпа-цыпа, гуля-гуля. Кажется, это тут было. Да, это было тут. Это было тут, и вот на тебе. Угу. А тут комбинация рычагов, значит, up, down, up. Вверх. Вниз, ну ниже уже нету, и опять вверх. О, и после этого покрутить вентиль, который где-то там. Вот там. Вот тут. Чё? Где-то вот он тут. Что? Ой, блин. А чё дверь-то прорвала? Кто-то рычал, а кто-то вырвалось отсюда. Ну хорошо, нам не надо теперь ключ искать. На всякий случай прикроем дверь, мало ли что там ходит. Че я хотел? Вот он, этот вентиль. Хорошо, что второго не надо. А то его кто-то сломал, но... Почему-то против часовой стрелки крутится, но вот... Очевидно, та дверь открылась. Я надеюсь. Прям бежим туда. А, хотя, может, поосторожней. Вдруг тут... Кто-нибудь бродит. Опять кончил. Да, все правильно. Сюда. Ой, кто-то там стоит. Ты там стоит. Статуи? Что? Что тут такое? Что за реакция? На что? Да... О боже, крики. Рычание. Крики женские. Наверняка там это его жена. Ну, кровь.
Так, это все не двигается нам. Давайте просто аккуратно обыщем, что тут есть. Наверняка что-то есть. Что-нибудь. Затычки в бочках нет. Не берутся. Шестеренка не берется. Так, ну это просто статуи с заключенными почему-то. Вот у него, у этого лорда такое там творится. О, вот она, наша бутылочка. Отрезвин. О, тут дырка, которую надо что-то вставить. Что? Поди ж узнай. Ну все, вроде тут больше ничего нету. Здрасте. Привет. О, блин. Таки там ходит что-то. Давайте без лишнего света, а то ж оно ж реагирует на свет. Обожи, дорогой, это ты, дорогой. О, это жена его. Я-то думала, что ты сдох, в смысле помер. Я тут видел страшные вещи, все в темноте. В темноте, а как ты видела? Эй, кто-то есть тут живой? Ты меня слышишь? Это же я, лорд Харрис. Спасибо, Господу Богу, что ты тут. Может, ты поможешь нам отсюда избежать из этого проклятого места? Да, это все моя вина, но у меня нет времени для объяснений, так что надо действовать очень быстро. Значит, машина, работающая где-то тут над нашими головами, это живая машина. А тебе в любом случае надо найти ключ, чтобы открыть наши двери. Иди в лабораторию и проверь главную комнату. С небольшой удачей, конечно, и ты сможешь освободить свою жену. В общем, не теряй времени, не читай эту ерунду. И помни, только с моей помощью мы сможем отсюда выбраться. А, сейчас. Спасибо, лорд Харрис. Так. Что тут, ничего нету? Ну, кто-то был почему-то с откушенной головой. Масло. Хе-хе. 15-19. Эть. Что пишут? Еще масло. Вот туда, это нам пригодится. Лаборатория? Ну, судя по всему, нам туда. Тын-тын-тын-тын. Вот сколько всего интересного произошло в этом чудесном эпизоде. Ну вот сейчас узнаем, что будет дальше. Вот только загрузится. Все, ну конечно, как вы догадались, это все мы узнаем в следующем эпизоде. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.